Здравствуйте, друзья! В этом видео я вам покажу, как приготовить блюдо из этими улитками. Улитки – это очень полезное блюдо, оно очень вкусное, и у нас в Болгарии это традиционное блюдо, которое мы с древних времен кушаем. Так что смотрите видео до конца, и я покажу болгарский рецепт для приготовления вот этими замечательными кулинарными существа. Так, нам здесь надо закипятить эту воду и добавить внутри соли. Я уже чуть-чуть соли добавил, поэтому еще чуть-чуть. Только соль и вот эта вода. Когда она закипятит, внутри кинем наши улитки, чтобы они получились очень вкусные. Закрываем крышку. Продолжаем наше приготовление улитками. И просто берем их и кидаем в подсоленую и кипячую воду. Их так надо продержать до кипения. И после кипения еще 3 минуты. Вода закипела, они 3-4 минут уже должны быть готовы. 3 минут им хватает эту воду, так что еще чуть-чуть их поварим вот так и потом прополоснем под холодную воду все это, промоем хорошо и покажу дальше, что делать. Показываю, как уже надо продолжить наше приготовление. Чистка улитки. Берем вилку вот так и вытаскиваем каждая улитка из своего домика. Видите? Не все вот это можно есть. Оно выходит такое большое. Вроде ничего так большое. Но мы вот эта часть, которая черная, надо ее убрать. Вот это подходит для пищи. Видите? Сколько осталось. Вот я их здесь собираю. Вот эта ножка, это не ножка, это кишки, полные всякими гадостями, откладываем в мусор. Следующее. Берем вот так, вытаскиваем ножку и там, где начинается черная часть, ее отрубаем. И вот здесь ее хорошее вот здесь, плохое вот здесь. Вот показываю. Ничего сложного. Так чистим все улитки. И вот сколько улитки у нас получились. Я думаю, очень хорошее количество. Сейчас нам надо нарезать вот этого лука на маленькие кусочками. Нарезаем вот этого лука вот на такие, чем мелче, тем лучше. Мелкими кусочками режем просто. Это обычный кормит лук, красный лук, обычный лук, не чеснок, а лук, только зеленый. И еще я здесь приготовил мята. Ее тоже нарезаем. Сейчас вот этот час я выкину. И мята тоже здесь нарезаем. Вообще улитки, они очень любят мята. Итак, все это нарезали. И отправляемся к сковородке. В разогретую сковородку добавляем обычное подсолнечное масло. Вот столько хватит. Потом добавляем наш лучок. И начинаем его жарить. Я возьму ложку здесь. Вот перемешиваем.
когда наш лучок чуть-чуть поджарится, а для этого ему нужны только где-то минутку, и можем добавлять нашими улитками. Я советую вам не очень хорошо промывать соус улитки, потому что она очень полезная для желудка. Так, пусть поджарится вот так, где-то 5-6 минут, не больше, под крышкой. Итак, друзья, наши улитки уже жарятся 5 минут. Как видите, они замечательно выглядят. Перемешиваем хорошенько. И сейчас надо к ним добавить нашу хорошенькую мяту. Вот эта мята. Перемешиваем ее. И еще на несколько минут просто жарим. Вот так. Как раз сейчас и момент их подсолить. Соли не переусердствуем. Вот так. Я думаю, столько соли хватит. И опять все это чудо перемешиваем буквально за несколько минут вот здесь, чтобы они приготовились. Уже аромат от них просто замечательный, очень вкусно пахнет, потому что эта мята дает вкуса вот так огненка. Когда кушаешь вот это, имеешь ощущение, что кушаешь огненка. Даже лучше, конечно. Улитки имеют очень специфический вкус. Ну вот, друзья, почти готовы наши улитки. Сейчас осталось последнее, что надо к ним добавить, потому что мы знаем, что улитки любят траву, любят всякую петрушку. И к ним одним естественным образом добавляем вот эту петрушку. Не всю, конечно, но вот столько хватает. И получается у нас одна зеленая весенняя пища с улитками, которая будет очень полезная и всем понравится. Вот так. Сейчас достанем вот здесь чуть-чуть. Вот так. И я перед вами, конечно, попробую. Вам интересно же, как все это, вкусно или нет? Они просто замечательные. Так вкусно, что я не могу говорить, если честно. Но если вам понравилось вот это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Встретимся в следующем видео, где будет еще вкуснее и еще круче все. Пока-пока, друзья.